Как самочувствие? А лучше, потому что все, что надо, делают. Ну, на поправку я иду. Нос на место поставили, это самое, капы. Ну, во-первых, хотел вас психологически, морально поддержать. Спасибо. Не отчаивайтесь, но в жизни. Все бывает. Все бывает. Я все. Ага. Благодарю. Поправляйтесь. В общем, очень хорошо. Нормально. Как репозицию сделали, все кости на место, а капает. У меня сейчас голова меньше болит. Чувствую себя неплохо по сравнению с тем, что было. Понятно. Но все равно, несмотря на то, что вы чувствуете себя нормально, инцидент чрезвычайный, ну, по крайней мере, для нашего города. Потому что а вы сколько лет на скорой работаете? 30. С 85. Были подобные случаи, нет? Ну, не было. Да, в смысле, руганью все дело заканчивалось, и как бы все на этом. Но фактов избиения, нападения? Нет, этого не было. Конфликты были, я отрицать этого не буду, но расходились, там жалобы или всем, рукоприкладства не было. Это вот на моей практике впервые. Нет, я не припомню, честно говоря. Я от него, во-первых, не ожидал, во-вторых, он был... Я не знаю, он пьяный или обкуренный, потому что было понятно, что он неадекватный, но что он принял, я, например, не понял даже. Вот. И я поэтому от него не ожидал, но он думал, что может просто покричит и все этим дело и кончится. Но что до рукоприкладства, до избиения дает, я честно не ожидал.